абсолютно уверена, что многие девушки, которым нравятся гармонисты, саксофонисты, гитаристы и, конечно же, виолончелисты, наверняка знают творчество группы Billy's Band. Кто хочет спеть что-нибудь в микрофон? Ну, не очень девушка, но тоже брутальный. Идите сюда. Вот это! Как вас зовут? Николай. Коля, что будем пить? Ну, давайте исполним самую первую. Давайте. Иисус существует, он где-то живет. Браво. Годы проходят его. Давай, поддержим. Так, все, поехали. Существует, он где-то живет, годы проходят, его дело живет. Иисус не торчал, не курил и не пил, и даже по девушкам он не ходил. Самый известный у людей персонаж, а я с трудом забираюсь на верхний этаж. На его месте должен был быть я. На его месте должен был быть я. Набьешься, будешь, утверждаю, друзья. Браво, браво! Спасибо, Коля! Молодец, супер! Вот они, настоящие поклонники. Но, впрочем,